Два раза в год ветеринары отмечают свой профессиональный праздник. Международный день ветврача празднуют в апреле. С 2011 года решением патриарха Кирилла установлен новый православный день, который приходится на 31 августа. Что их объединяет, выясняла наша съемочная группа. В этой профессии трудятся терпеливые люди с добрым сердцем. Они в любое время суток и в любую погоду по первому зову спешат на помощь больным животным. Они способны понять язык четвероногих питомцев. Но этот праздник не только лечащих врачей, но и людей, которые помогают ставить точные диагнозы. Речь идет о работниках ветеринарных лабораторий, таких как Любовь Ежова из Торжка. Этот человек может что-то рассказать, это животное, как она часто даже молчит просто. Не то, что даже как боль не найти у него, в каком месте. Здесь уже обследовать надо. Любовь в преддверии праздника получила почетную грамоту главного управления из рук начальника госинспекции по ветеринарии Тверской области Артема Строганова. В своем приветственном слове он отметил, что для большинства ветеринаров этот день – повод поделиться опытом и профессиональными достижениями. Сохранение благоприятной эпизоотической обстановки, обеспечение безопасности и высокого качества продукции животного происхождения – проведение мероприятий по профилактике опасных заболеваний. Вся эта работа требует особой ответственности. Ветеринарный врач без слов понимает своих пациентов. Ему не нужно расспрашивать, что случилось, чтобы помочь больному животному. Но он никогда не услышит от своих подопечных слов благодарности и уж тем более поздравлений. Поэтому не забудьте поздравить знакомого ветеринара с его профессиональным праздником в последний день августа.